79-ю годовщину образования воздушно-десантных войск традиционно отметили 2 августа волжские десантники. Крылатая пехота, голубые береты – много разных эпитетов можно подобрать к этим бравым десантникам. ВДВ – это прежде всего сила, мужество, надежность и принцип «никто, кроме нас». Ура! Ура! Памятный день начался с открытия монумента воздушным десантным войскам на аллее воинской славы. Большой архитектурный объект десантники установили в память названного отца, генерала армии Василия Маргелова. Всем огромное спасибо, кто участвовал, кто вкладывал в эту душу. Я считаю, что это на память не только сегодняшнему и нашему поколению. Я считаю, что очень правильно подошли именно к архитектуре. Очень грамотно написаны слова Василия Филипповича. Ну и вообще внешне очень приятен. Такого я, поверьте, не видел давно. Равняйсь! Смирно! Несмотря на прохладную погоду и моросящий дождик, десантники по традиции провели митинг и возложили цветы в парке у обелиска. Также медалями памяти генерала армии Василия Маргелова наградили лучших десантников. Этому празднику я очень рад, я готовился. Сегодня даже в 5:30 подъем, подшился новенькой подшивой. Вот. И был здесь уже 8:30, я уже был здесь, встречал наших ребят, коллег. Эмоции, конечно, эмоции, что такой памятник у нас в нашем городе, он появился. Но это день воздушно-десантных войск. В этот день отмечают праздник все те, которые каким-либо образом относились к этим войскам, которые... патриоты России, я считаю, коротко и четко. Далее голубые береты отправились строем по центральной улице, которую сопровождала многочисленная автоколонна с флагами и атрибутикой ВДВ. День десантника является официальным праздником всех смелых и отважных бойцов. Надев на себя однажды тельняшку, каждый из них на всю жизнь становится представителем этого дружного братства. Татьяна Дуборкина, Евгений Бережной, Антон Макаревич, Волжск 24.